Всем привет! Сегодня я вам покажу свой артбук, который я сделала своими руками. Он сделан весь из скраб-бумаги. Позже я вам покажу, что это был за набор, и расскажу отдельно, как я все это делала. А сейчас давайте посмотрим мои работы. Итак, я начала делать коллажи вот с этого. Мне очень понравился вот этот фон, он такой очень лесной, и мне сразу представилось что-то такое вечернее, загадочное. Я сделала вот эту девочку со сказочной птицей, и вот это был мой второй коллаж, девочка, которая читает книгу, и из книги вот так вырываются звезды. Дальше у меня вот такой разворот. Здесь девочка в волшебном лесу с лотосом. Вот это вот все я рисовала сама, и да, вот этих девочек, разумеется, я тоже рисовала сама, и вот этих тоже, и следующих. Просто все платья и свитера у них тоже вырезаны из скраб-бумаги. Ну а здесь девочка, которая гуляет по вечернему лесу и освещает себе путь фонарем. Здесь я тонировала бумагу темным маркером и затем светлым, чтобы были тень и свет. И последний коллаж из моего маленького артбука — это вот такой вот коллажик с девочкой, которая попала под дождь из стразов и укрывается от него зонтом. И сейчас я вам покажу, что же получилось из всех этих коллажей. И если вам интересно, я делала этот артбук из вот такого набора бумаги. Я его купила в Читай-городе, он называется Violet Bloom и стоил 139 рублей. В общем, я его купила, даже толком не знаю, для чего он мне нужен, и просто меня вдохновила бумага, представляете? Ну и также я, конечно же, зашла в Читай-город еще раз, уже после того, как купила эту бумагу, и купила вот такую. Это бумага той же серии, но она в более холодных цветах и с более интересными текстурами. В общем, я уже начала делать артбук по ней. И если вам понравилось это видео, то обязательно ждите продолжения. Я выложу его, как только на моем канале будет 2000 подписчиков. А сейчас пока-пока!